Ну что, зала у меня, в общем-то, готова. Надо будет светильник делать. Вот у меня, видишь, красивейший потолок из полированных камней, плитами выложен, пол выложен. Значит, у меня досками березы светлыми. И вот смотри, все окна у меня. Вот. Везде все сделано, витражи. Ну, правда, вот мне кажется, что это вот мой личный замок, и что, ну, заодно это я уже не зря играю в Майнкрафт. Теперь смотри, что надо сделать. Ну, допустим, вот эти светильники, да? Ну, давай испытаем. Я же принес полно этого материала из ада. Где он у меня? Песок, душ, нет. Вот он, светокаменная пыль. Берем ее. Сейчас посмотрим на верстаке, как ее там выкладывать. Так, да? Я думаю, что весь. Нет? А как? Интересно, подожди. Что, вот, может быть, вот так? Да, очень мило. Светокамень. Светокамень. А он что? А как он светится? Ну хорошо, я сделал светокамень. А если это светокамень, поставлю, а потом его разобью, он соберется или нет? И во что я его собрал? Не спо... А, то есть мне вернулась эта каменная пыль. Она вернулась. Это хорошо. Стадо у меня, видишь, уже просто тут трещит по швам. Так, а как мне его сделать? Ну, видишь, мне надо все будет это узнавать. Светокамень, свет... А может быть, его надо этим самым... Дай-ка мы еще раз сделаем. Подожди. Я думаю, знаешь, что надо? Надо это... Попытаться его вот к этому светить. Светится он, что ли? Так, вот я не понял, светится он или не светится. Наверное, должен светиться. Так, сейчас давай-то мы его тогда сковырнем. Еще раз сделаем. О чем? А где еще один у меня песчинка? Что такое случилось? А еще один песчинка где? Где она валяется-то? Ух ты, ёк. Ну пойдем сейчас посмотрим, где у нас темнота. Здесь у меня везде светло, чтобы посмотреть, как он светит. Вот здесь у меня есть. Я думаю, где-то темнота. Туда мне не надо. Блин, подожди. Ну вот здесь, наверное, где-нибудь есть. Сейчас найдем. Специально вот спускаясь в темноту. Вот давай, хорошо. Давай убираем. Что тут? Блин, тут лава протекает. Так, ну давай вот уберем специально. Вот, теперь давай. Ставим его и посмотрим, как он освещает. А, освещает он хорошо, да. Ну хорошо, тогда давай попробуем. Так, а что мне эти... А, вот факелы. Даже неплохо. Давай назад. Блин, а как тут теперь назад-то мне вылезти? Блин. Сейчас надо будет наверх подняться, посмотреть, как он будет освещать. Да. В общем, смотри, смотри, смотри. Во-первых, надо будет посмотреть, можно ли его присобачить к этой к плите. Это еще не факт, что можно его к плите присобачить. Господи. Так, подожди, 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 подожди. Забираемся наверх, к верстаку. О, еще раз испытываем, значит, тогда. У меня что-то начинает уже тратиться эта пыль. Потом безвозвратно. Так, теперь спускаемся. Земля есть с собой. И так. Так, здесь не встанешь. Стоп. Блин, как ее разрыть-то?
Так. Ну. Так, что, поднялись? Вот. Давай теперь, значит, испытываем, можем ли мы этот светокамень присобачить к плите. Вот это важно. Вот, допустим, сюда. Можно. А как он так висит-то, интересно? Ага. Ну, хорошо. Тогда в перспективе мы так и сделаем. Так, сколько у меня вернулось назад? 62, да? Так оно и есть. Ну, в перспективе так и сделаем, ладно. Так, плиточку сейчас мы тут положим на место. Не понял. А что это такое значит? А где у меня моя плиточка? Я же ее должен был собрать. Это плита полированного диорита. А где плиточка? Уникально, блин, а куда она могла подеваться? Безвозвратно, что ли, она тюкнулась? Пошли, подберем. Да, в принципе, ладно, пусть она останется, пока эта дырка. Ладно.